Обзор опционов Гвази. Всем привет! Представляю вам Гвази, компанию, которая предлагает по-новому взглянуть на торговлю бинарными опционами. Компания является провайдером новых технологий и продвигает свой собственный метод торговли одноименный Гвази и Гвази трейдинговую платформу. В чем заключается преимущество этой платформы? Стоит отметить, что она не может восприниматься как отдельная торговая платформа. Скорее, она позволит иначе взглянуть на торговлю бинарными опционами. Идеально подойдет для новичков, а также для трейдеров среднего звена. Это нестандартный взгляд на торговлю опционами, как я уже говорила. Нестандартный заключается в том, что в данном случае нет интервала экспирации. Цена ограничена каналом. И в зависимости от выбора типа опциона, вверх или вниз. Как утверждает сам брокер на своем сайте, эта торговая платформа может быть освоена менее чем за 10 минут. Она подойдет для любого устройства, для Mac, PC. Также есть возможность войти через веб-браузер. Это сетевая платформа, которая предоставляет рыночные данные в реальном времени, а также сулит молниеносное торговое исполнение. Здесь можно вкладываться в валюты, драгоценные металлы, контракты на разницу цен индексов и контракты на разницу цен сырья. На сайте представлены скриншоты того, как выглядит интерфейс этой платформы, платформы Гвази. В первую очередь, как утверждается здесь, вся информация, которая вам понадобится, на видном месте, прямо перед вашими глазами будет представлена, как только вы зайдете в свой аккаунт. Брокер обещает полную прозрачность. Также у вас перед глазами будет визуальный монитор ваших инвестиций. На сайте присутствуют мобильные аппликации Гвази, которые можно скачать через Google Play или же через App Store. Информация об этой компании в последнее время становится все больше и больше. Во всемирной паутине вы можете посмотреть самые разные туториалы, почитать отзывы на форумах. Что касается контактной информации, то главный офис компании находится на Виргинских островах. Здесь есть номер телефона, адрес электронной почты. Также можно заполнить имеющуюся здесь форму и отправить в соответствующий департамент, который вас интересует, послание таким образом. Сайт работает только на английском языке. Пожалуй, на этом этапе это все о Гвази.